15 ноября из-за низкой температуры воздуха в Кургане были отменены занятия для учеников первых и вторых классов, включительно первой смены. Ближе к обеду отмена коснулась этих же групп учащихся второй и третьей смены. С утра информация появилась на сайте городской администрации. По данным синоптиков, температура воздуха в утренние часы составила минус 28 градусов. Днем столбик термометра поднялся до минус 23 градусов. На последующие два дня характер погоды не изменится.